течение последних 30 лет доля женщин, выбирающих обучение в области информатики и компьютерных технологий, неуклонно сокращается. И это странно, потому что технологии сегодня распространились на все аспекты современной жизни. Во многих школах девочки превосходят мальчиков в научных дисциплинах. Девочки, которые имеют шанс, действительно сильнее в науке и математике. Так почему же большинство из них не используют возможности, которые может открыть работа в области ИКТ? Мы должны начать с младшего школьного возраста, когда мальчики и девочки могут понять, что разницы не существует. Вероятно, можно сделать больше для того, чтобы побудить женщин продвинуться гораздо дальше. И кажется, мы должны привнести более привлекательный элемент технологии, когда это касается девушек. Пора изменить наши подходы. Знакомьтесь с Мевиш, 25-летним инженером по информатике из Индии. «Позвони в Кашмир» — это скромная инициатива для населения Кашмира. Для меня, когда заработало это приложение, стал моментом озарения. Мне начали поздравлять. Многие люди полагали, что я должна заниматься другими предметами, не информатикой. Девушки должны изучать технологии и информатику, потому что это возможно и это хорошо для девушек. Это не чисто мужская область. Вы можете разрабатывать новые вещи, вы просто изучаете язык, и потом можете что-то сделать, вы можете сделать все. Я хочу открыть в Шринагаре компанию по разработке программного обеспечения, чтобы я могла давать работу девушкам в Кашмире, и ребятам тоже, не только одним девушкам. А для тех, кто сделал правильный выбор, есть очень приятные новости. Это имеет отношение ко всем отраслям, и это может стать толчком к освоению действительно увлекательной и интересной профессии. Международный день девушки в ИКТ – это глобальный праздник, на который приглашаются девушки со всего мира, для того, чтобы открыть для себя многочисленные возможности, которые предоставляет карьера специалиста в области ИКТ. Дни девушки в ИКТ очень важны, иначе мы просто не узнали бы об этом. Мы узнаем о разных специальностях, которые можем получать в сфере ИКТ. Это было сенсационным открытием, в противном случае мы даже не задумались бы о карьере в области технологий. Вы можете тоже организовать празднование Международного дня девушки в ИКТ. Технологии изменяют наш мир. Стань частью этих изменений. Не используйте, но создавайте вещи. Найдите время, чтобы узнать о технологиях, которые затрагивают все стороны нашей жизни. Овладевайте навыками, которые вам необходимы для создания собственного будущего. Итак, если вы хотите действительно все изменить и получить отличную специальность, начните изучать ИКТ, потому что технологии – это будущее.